Капитально отремонтировать здание гора Кимата планируют за рекордные 5 месяцев. За короткое время рабочие заменят крышу, электрическую проводку, отопительную, водную и канализационную системы, отремонтируют полы. Планируется провести сейсмоусиление фундамента и стен городской администрации. Здесь по форме отопительной батареи можно определить год выпуска. На данный момент в этом здании установлены радиаторы 1961 года выпуска. Так как этот объект является государственной собственностью, эти отопительные батареи будут подсчитываться и передаваться по акту приемки представителям Акимата. Работы должны были начать еще 2 года назад, однако только сейчас в бюджете изыскали 486 миллионов тенге. 250 горакиматовских сотрудников решено на время ремонта не переселять, им придется потесниться. Благо квадратура здания, а это более 5000 квадратных метров, позволяет не чувствовать себя ущемленным и работать в обычном режиме. Пять лет назад в этом здании проводился капитальный ремонт, но только лишь актового зала и коридора. В этом году приняли решение о капитальном ремонте всего здания. Здесь нет вентиляции, будем устанавливать энергосберегающую отопительную систему. На объекте сейчас задействовано 30 человек. Строители говорят, что бэушные стройматериалы не отправятся на свалку. Он получит вторую жизнь.